Приветствую вас, Юлия. Прочитал ваш вопрос, вот который вы писали. Хотел бы дать небольшой ответ на него. Значит, смотрите. Ну, во-первых, вот одно из главных, одно из главного, что я могу сказать, это то, что для любых отношений важно принять, вот именно принять их партнером, принять другого человека, да? Такое принятие может быть, ну, такое принятие безусловно, я бы сказал, да? И если его нет, вот. Я имею в виду, если принятия нет, то, соответственно, никакие отношения не выплывут никаким образом. Принцип. А молодой человек ваш, он вас не принимают. Вот именно таким, какая вы есть. Вот. Это важно. Ну, молодой человек вас не принимает. Это, в принципе, на мой взгляд, очевидно. Вот. И по факту мужчина пытается вас обесценить, может быть, это связано с тем, что его прошлые отношения распались, может быть, чем-то еще, но он пытается вас обесценить и принизить. Вот. Классическая история для человека, который боится близости, боится искренности, интимности своих чувств. Вот. А к сожалению, к большому сожалению, вы делаете так же. Вы тоже боитесь своих чувств, вы тоже боитесь своих переживаний, вы тоже боитесь своих эмоций. По факту. Вот. И все. Когда вы примете свои чувства, когда вы примете себя, вам уже не останется ничего другого, кроме как несколько иначе относиться к человеку. Вот, ну, с которым вы сейчас общаетесь. Как вы будете к нему относиться, это уже вам решать. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Таким образом, как быть, может ли что-то измениться? Значит, может? Можно ли изменить эту ситуацию с душевным общением? Можно изменить ситуацию с душевным общением? Можно. Когда вы начнете принимать себя, да, и смотреть, куда, например, уходят ваши ресурсы, да, что не позволяет вам поддерживать человека, как именно вы можете поддержать, потому что каждый поддерживает по-своему. Вот. Обратите внимание, что мужчина вас сравнивает с другой девушкой. Это тоже немаловажно здесь. Крайне немаловажный этот момент, на самом деле.
спросить себя, почему вы выступаете в позиции догоняющего, пытаетесь его догнать, пытаетесь его завоевать. Можно поисследовать ваши чувства к нему, посмотреть, как что происходит. Тоже достаточно важный момент. На этом все. Я желаю вам удачи, всего самого доброго.